Можно идти дальше. Что-то тарахтит. Контрольная точка. Это значит, что... Что-то сейчас будет. Потому что мало того, мы сохранились, так еще и контрольная точка. А, ну вот. А, ой. Так, пробел вставить. Так, вынуть. Так, К. Так, стоп. В чем прикол? Нет, я понимаю, что разные... Что вот... Ага, мне кажется... Так. Вынуть. Ага, вот что надо. Так, но... Блин, не то. Как тут делать, я не понимаю, не разобрался. А, типа, наверное, первое, да? Первое это вот это. Не, нет, не то. Какого хрена? Как вытащить? А, вот, все, я разобрался. Так, короче, мышкой надо было. Значит... Вот сюда, походу. Да ёб, не понимаю, что делать, как управлять? Вынуть, откуда вынуть? А, типа, смотрите-ка. Типа... Ставить. И давайте-ка. Куда ее лучше-то? Сюда, что ли? Нет. Ставить. А как крутить-то и детали-то, не понимаю. Немного не доезжает до меня. Не доходит. Нет, ну это не то. Ну вот эту... Куда мы ее вставим? А как крутить-то, я не понимаю. Да ёп. Подождите, стоп. Вынуть детали. А. Типа так. Да ё, подожди, чё за хрень? Вставляем. Так. Загорелось. Дальше выбираем эту. А, ну всё, ясно. И... Да ёп! Какого хрена? Раз. Два. Три. Всё, наконец-то. Тупое управление, честно. А, ну там рычаг, я вижу. Или я что-то не так сделал? Подожди. А, во-во, все. Что-то я не увидел. Ёб твою, а.
Болты, 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 бери, болты, болты, болты. Так. Да ёб. Какого хрена это было? Да ёб! Вы упали, что ли, вообще? По-моему, они вообще офигели. Блях ты, муха. Ну, рядом. Шприц. Это что за блевотин еще? Не, лучше вот эти. Электро, они хотя бы не сразу взрываются. И что делать-то? А, типа надо, чтобы они... Они взрываются, да, по-моему, я... Да ёб! Ну и ты где, блин? Я, типа, тебя найти должен. Где ты? Выходи. Да... Да откуда вас только? Стоп, походу он где-то сидит, только я его не вижу. Где? Ну вот откуда? А, все, я просто знаю. Вот он. Да ладно, опять что ли ушел? Ясно. Здесь где-то, да? Или где, я не вижу. Да где, ёб? Да ёб, да где он? Я его не вижу. Да что ж ты будешь делать-то? Да откуда? Чё, баг что ли какой-то? Чё происходит? А. Типа, кажется, я понял. Он еще и невидимый, да? А, ну все. Заставил меня немного... Даже не понервничать, психовать немного, да. Чё это за блевотин еще? Типа не все что ли еще или что? Ну мне, короче, туда надо смотреть, да? Ладно. Тоже неплохо. Могли бы вообще проиграть. Контрольная точка зато. Кстати, а могу ли я вернуться? И тут где-то были чуть-чуть, так, патроны для дробовичка. Вот они. Круто. И все, да? Ну, немного даже потратили. А мне бы сейчас на магнум.
классная хрень. Но вот по болтам у нас фигово, у нас нет электро. Крио я просрал просто так, можно сказать. А, да, я же не докрутил. Ну ладно, зато у нас 60 деталей можно сделать. Ничего не будем делать. Эх, сейчас поедем, все будет супер 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 круто. Надеюсь, мы наверх. Давай, пожалуйста, наверх. Да, есть. Пока там еще один чувак у нас остался, я помню, мы его не замочили. Ну там он висел у нас. Круто, 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 очень круто. Мы, кстати говоря, еще даже не наверху. Походу, где-то посередине. Кстати, у нас 16 тысяч. Не, мало. Я просто думал, мы могли бы вернуться. А, вот и ветер, это значит хорошо. Мы могли бы вернуться, качнуться там, но 16 тысяч. Не, не стоит. Вот статуэтка, это да, это круто. Так, а туда никак. Не, нельзя. Так, ну я надеюсь, я там ничего не пропустил. Я надеюсь. Так. Нам тут добежать-то недолго в натуре, тем более контрольная точка. Интересно, это ловушка или что? Не, вроде не похож на ловушку. И выглядит он реально дохлым. Блин. Класс. Ну, вас так класс. Ждем. Че, вот так вот один на один слабо подойти сказать, да? Обязательно нужно кинуть. Выпендриваться. Молодцом, чё? Нормально. Ё, опять там долбанное место, то помните? You published my research in your name again. Did you think I wouldn't find out? And I have done you a favor. You have no credentials. You never appear. Nobody in the world knows you even exist. No, but they will know. I have surpassed you in every way you can imagine. No matter. I have what I need. All that's left is the procedure. Indeed. That is why we are here. Oh.